для начала, я думаю, чтобы начать нашу беседу, с самого начала, как вообще увлеклись велоспортом и как вы начали им заниматься, и потом я уже спрошу про то, как вы тренировались, у меня есть куча вопросов из этой области. Ну, это... Я должен, так сказать, вернуться в 79-й год, это был такой год для меня, скажем так, переломным, то есть наступило время, когда у меня уже было там 13 лет, там, да, и казалось бы, вот юношеский максимализм подошел. То есть я в тот момент занимался легкой атлетикой, да, и я сильно увлекался рыбалкой, ну такой домашней рыбалкой. Причем я из Выборга сам, если знаете такой город в Ленинградской области, да, на границе с Финляндией. У нас там очень много озер, залив. Так вот, на рыбалку я ездил как раз на велосипеде. И в моей жизни настал момент, когда мне надо было определиться, либо у меня рыбалка, либо все-таки какой-то спорт. Потому что рыбалка, она до сих пор у меня одно из любимых занятий, хобби. Вот. А спорт вроде бы как и то занятие, которое у меня с улицы затащило или там увлекло, но, скажем, такой вот стопроцентной привязки не получилось. И как раз в тот момент шел набор в велосипедную школу города Выборга. Там у нас было два куста, даже три куста. Вот, и все они были от центра Кузнецова Александра Анатольевича. Поэтому я записался с одной мыслью, что, значит, ну, наконец-то я попробую спортивный велосипед. Что такое спортивный велосипед? Потому что у меня был велосипед Минск, и, может, не все из вас помнят, ну, это такое чудо было, там, килограмм 15. То есть мне его было тяжело оторвать, там, с моим весом 40 килограмм, я там его от земли еле отрывал. Вот, и мысль о том, что спортивный велосипед, наконец-то на нем попробую, что такое руль, что такое тормоза тут на руле. Потому что у моих родителей не было такой возможности мне такой велосипед купить, подарить. Это вот была единственная мысль. Потом, естественно, я записался в эту секцию вместе со своим братом, со старшим. И опять нарвался на момент, когда казалось бы, ну все, сейчас пришел, мне должны дать велосипед, и должны какие-то тренировки, там, соревнования начаться. Но не тут-то было. Оказывается, очень было... То есть велосипедный спорт был популярен. И в частности в Выборге это был, ну, такой, скажем, как сейчас называют, любят называть базовым видом спорта. И на самом деле там на те, грубо говоря, 50 велосипедов, которые вообще в городе существовали, заявок было более 200 пацанов записались. И поэтому, безусловно, тренеры или там руководство вот этой спортивной школы, они организовали такой как бы отборочный период, месяц. Вот в этот месяц мы опять бегали, мы опять прыгали, мы сдавали какие-то тесты, мы опять соревновались, но все это было в таком беговом режиме. А я только-только с легкой атлетики пришел. То есть мне в 9 лет, в 10 лет я там по 20 метров бегал, мне там с пацанами побегать какие-то кроссы по 1,5 километра. То есть это даже не нагрузка для меня. Естественно, меня со свистом взяли, вот, приняли в эту школу. Вот, и еще такая история из той поры, я вспоминаю, что нам дали, наконец-то мне дали мой первый велосипед, вот, но была зима, были, значит, кроссовые соревнования по снегу, и опять я вспоминаю момент, когда вот на велосипеде нельзя было ехать, ну, снегу слишком много было или там слишком скользко было, и с ним надо было бежать. И опять же, вот с этим велосипедом я практически не ехал по кругу, я бежал эти кроссы. И опять от всех убегал надолго и выигрывал в одну калитку. Первые медали мои, да. Там где-то даже фотографии такие есть, там пьедестал у нас такой сделан, стрёмный. А потом подошла весна, потом снег у нас сошел, дороги открылись. И, в общем-то, впервые я поехал, что называется, на этом велосипеде на дорогу. Вот. Я почувствовал, что такое ехать на велосипеде на дорогу. И вот тогда мне так сильно закралось, ну, во-первых, осознание того, что это небезопасно. То есть в первый же свой заезд я, или в первый свой выезд я прилично упал. Вот. И второе, что это все-таки увлекательно. То есть велосипед был настолько необычайно легкий после моего Минска, да. И там действительно один жим педали тебе давал возможность там катиться метров 20-30 беспрепятственно. И вот эти вот два факта, они сразу мне в голову сели, что это очень круто, но это очень опасно.
А еще такой вспоминаю момент, значит, велосипедов, как я говорил, было мало, отобрали гораздо все равно больше, чем людей или там детишек, чем было положено, и свой первый велосипед я делил всегда с напарником. Я учился в утреннюю школу, а он учился в вечернюю школу. Поэтому получалось, он утром тренировался, а я приходил после школы и в вечернюю смену тренировался. Я всегда приходил, велосипед был стабильно грязный. А правило было простое. Велосипед должен был ночевать в чистом виде. Поэтому догадайтесь, кто его мыл каждый день после тренировки, это был я. Это вот такой, тоже такой нюанс. Потом, значит, моя история, она продолжилась летним лагерем, спортивным лагерем, это в 80-м году. Уже было дело под Питером, в пригороде Паргало. Что такое спортивный лагерь? Это был лагерь, где лучшие из лучших, из Выборга, там, из Ленинградской школы, шикусты были, в принципе, разбросаны так, довольно-таки, скажем так, представлены в нескольких регионах вот Ленинградской области. И вот лучшие из лучших попадали в этот спортивный лагерь, где, в принципе, отбирались ребята для центра Кузнецова. И вот я 3 месяца в 80-м году я там провел в этом лагере, вспоминаю тоже такую историю, что, значит, наши олимпийцы в 80-м году выиграли командную гонку на треке, и олимпийцы должны были, значит, лучшие из лучших должны были ехать в аэропорт встречать их после Олимпиады. Вот я был в числе лучших, потому что я там выиграл все соревнования подряд, там все тренировки. Вот, и в момент, когда вот, мы знаем, что сегодня мы в 12 часов, мы утром едем тренировку, в 12 мы выезжаем в аэропорт на автобусе и встречаем. Но у нас вот этот отборочный период был аж до последнего построения перед тренировкой. Сказали, что все, на тренировку выезжаем, значит, наш отборочный период закончился, мы набираем самых лучших. А я вышел пораньше с завтрака там настроить свой велосипед, что-то меня там не устраивало, и, естественно, прокатился по лужам где-то там, что-то не заметил. Еле успел на тренировку, на вот это построение, где тренер увидел мой велосипед, он сказал: у тебя грязный велосипед, ты не в команде встречающихся. И я был полностью расстроен. То есть я настолько расстроился, что я уже готов был просто в этот день уехать из лагеря. Ну как же так, я олимпийских чемпионов не вижу в этой жизни. А дальше уже судьба закрутила таким образом, что с Александром Красновым и с Витей Монаковым мы вместе много лет выступали и даже выигрывали золотые медали чемпионатов мира. То есть вот такие у нас... Вячеслав, возвращаясь к вашим спортивным лагерям, я на сайте Федерации нашел план загрузки ваш. И тут много вопросов. Вот 80-й год, 14 лет, 16 тысяч накат за год, а потом уже по тридцатке. Можно пару комментариев по объему? Я так понимаю, что вот лагерь, про который вы сейчас рассказывали, это как раз 80-й год. Это был 80-й год, да, вот там, посмотрите, там уже был объем сделан. Почему? Потому что это как раз вот с этого лагеря я попал в центр Кузнецова, и вот наши первые сборы в Душанбе начинались, они начинались как раз вот именно вот с этого объема. И тогда впервые, многое в моей жизни произошло впервые. Это практически вот первые такие соревнования там на шоссе, потом... Впервые я попал в центр, куда мечтали попасть, там, не знаю, миллионы пацанов, да, тех времен народов. Потом я впервые попал в Душанбе, где впервые в своей жизни увидел горы настоящие. Поехал первый раз в гору, почувствовал, что такую скорость 80 км в час на велосипеде, потому что в Ленинградской области не было возможности развить такую скорость. То есть многие вещи, они со мной произошли впервые. Ну и да, и вот она вот так вот статистика, она, как говорится, я всегда говорю, цифры никак. Да. У нас одно из правил, значит, пребывания или поведения в центре Кузнецова, это, значит, обязательное ведение спортивного дневника. То есть в момент, когда, допустим, Кузнецов собирал дневники, и там было там, скажем, несколько дней или там какой-то период не заполненный, вот за каждый день мы получали так называемые наряды или дежурства, которые потом отрабатывали. А когда они отрабатывались? Они отрабатывали свободно от тренировок время. Или Объем дополнительный? Это не объем, а они вот мы же, так сказать, на полном были, так сказать, самообеспечении. То есть такой у нас был монашеский образ жизни, такое закрытое заведение. И территория своя, которую надо было убирать, и машины, которые надо было мыть. То есть это был такой вот, ну, такой хороший советский такой социалистический трудовой лагерь, спортивно-трудовой лагерь. Поэтому там все было на самообеспечение.
Естественно, никто не хотел там лишнего суетиться, поэтому все старались дневники вести. А у меня это было, как правило, я просто ложился и в конце дня там записывал. Там не надо было сочинения писать, там были просто определенные, у нас даже общие тетради на 180 листов, они были разлинованы заранее. Мы просто вписывали такие, скажем так, ручные Excel, таблички, мы просто вписывали данные. И вот, слава богу, да, Кузнецов на этом, на всем настоял. Почему? Потому что на самом деле сохранилась эта статистика прекрасная. И эта статистика, она актуальна и в наши дни. То есть, допустим, сейчас, вот, ну, это может быть немножко, я коснусь этого вопроса позже, но вкратце могу сказать, что, допустим, Министерство спорта сейчас не рассматривает категорию спортсменов в велоспорте. Это как 13-14 лет. Их просто не существует. Нет такой категории. Юноши начинаются с 15 лет. То есть, вот, такой вот бред. Тут он в 15 лет уже сколько там, 31 тысяча, да, 32 тысячи было. Это в 15 лет. А в 15 лет еще было, у Кузнецова было правило, если, значит, ты мог остаться или ты имел возможность остаться в центре подготовки, если ты выполнил норматив мастера спорта международного класса. И тогда нормативы были, они были по времени. Это не то, что сейчас, допустим, ты выиграл групповую гонку на первенстве России и сразу заработал мастера спорта. Нет. Тогда надо было ехать командную гонку там с определенным, я уж не помню по времени, сколько, индивидуальную гонку с определенным временем. И только тогда ты выполнял мастера спорта международного класса. А вот шестая позиция катамара. Это мой следующий вопрос. Почему их видно, куда он пропал? Первые три года катамаран. Катамаран. То есть это день отдыха? Нет. На самом деле, ну, наверное, многие из вас знают, что Питер у нас стоит на воде, да, и наш центр располагался на острове Крестовский. И этот остров Крестовский, там еще он был... Где сейчас трек? Где сейчас трек, да. А еще был, значит, там был Елагин остров рядом, соседний. И, да, Елагин остров и еще один островок, сейчас вот выскочил из головы название. И вот вокруг этого острова мы плавали на катамаране. Что такое катамаран? Катамаран – это, значит, два буя, потом, значит, такой помост, приделанный велосипед, цепной привод, и, значит, в воде он крутит пропеллер. То есть реальный велосипед? Реальный велосипед. Ну, как станок, только да, на буях. Да, реальный велосипед. Значит, реальный руль, баранка, как положено. Вот, к одной части рунет, к вилке была, значит, такая приварена тяга, которая поворачивала сзади киль. И вот мы крутили на таких велосипедах вокруг этого острова. Где-то такая поездка была на 45 минут, там рекорды были, по-моему, чуть-чуть из 40 минут. Поэтому вот отсюда катамараны. А по структуре тренировок, плавание, силовая подготовка – это все межсезонье? Или как это вообще все тогда ОФП это у нас был, да, это у нас был период межсезонья. Он еще тогда назывался студенческим периодом. То есть мы либо тогда, когда я пришел, я учился, заканчивал еще 9-10 класс. Вот, а ребята постарше, они учились в институте Лезгофта, они ходили на занятия. То есть ходили на занятия, сдавали зачеты, экзамены. Такой студенческий период был. Это, значит, насколько я помню, это был октябрь и так ноябрь, середина ноября. Вот, а, значит, да, силовая подготовка у нас проходила либо там, вот, либо силовой подготовкой мы иногда занимались на сборах вместо плавания. Ну уж когда вода в бассейне замерзала до состояния льда. То есть 19 градусов вода – это было нормальное состояние, мы плавали. Вот на открытом, на свежем воздухе. Вот я даже удивляюсь, где-то откуда это все выскочило. У меня такие вещи просто не записаны. На сайте Федерации лежит. Да. Вот. Никаких секретов. Да. То есть получается, у вас к 88 году получается более 300 тысяч наката с момента, как вы начали заниматься спортом до олимпийской медали. До олимпийской медали, да, возможно, да. Потому что, ну, на самом деле я пытался посчитать даже весь свой километраж. Ну, у меня там, скажем, чуть-чуть не хватило до 1 000 000 километров за всю свою карьеру, вот с первого дня, как я сел на велосипед. То есть у меня очень много километров получилось в профессиональном спорте. Все впереди. Нет, я, знаете, я как-то сейчас уже... Я очень люблю, вот, я люблю любительский спорт. Я люблю людей, которые там бегут, садятся на велосипед, едут там с квадратным глазом, прямо такие заряженные. А у меня получается... Такое остаточное явление, вроде так хочется дернуться, а уже понимаешь, что здоровье это не позволяет. И позориться не хочется, поэтому
Я это всегда в шутку все превращаю, но на самом деле мне нравятся люди, которые вот увлечены вот спортом, любительским спортом, потому что посмотреть нашу жизнь, ну, наверное, все-таки спорт доставляет наибольшее удовольствие вот в наши дни. Почему? Потому что все остальное — работа, все остальное — суета. Там, и вот именно спорт, ощущение после того, как ты потренировался или там посоревновался, вот это вот, вот эти гормоны счастья, он выделяется, да, в крови. И за счет этого ты, так сказать, живешь, переживаешь. И вот эти мне ощущения, они до сих пор нравятся. Хоть, казалось бы, вот, спорт уже там было в моей жизни вот так, но у меня всегда, я отшучиваюсь в последнее время таким образом, что вот мне 51, да, и только 12 я не был из них в велоспорте. Это 12 я сел на велосипед, а так все остальное. Поэтому в этом виде, конечно, у меня нет никаких секретов для меня. Ни в чем. Подскажите еще такой момент. Как у вас был переход из трека в шоссе? Ну, я понимаю, что там я написал в интернете однажды, что начало вашей карьеры — фотографию в джерси Panasonic. Ну да. Первый ваш профессиональный контракт, 90-й год. И сразу пришел в комментарии очень опытный журналист и сказал: какое же это начало карьеры, к тому времени это уже было столько-то рекордов, уже олимпийский чемпион, уже чемпион мира. Вот трековая карьера и шоссейная карьера, как они развивались и как перетекали одна в другую? Ну, на самом деле, тут вопрос у нас, опять же, философский, да, что было впервые, там, курица или яйца, вот то же самое у нас, или в моей карьере, трек и шоссе. То есть, вроде бы, как у нас была трековая специализация, но основная работа или там основные соревнования проходили на шоссе. То есть, доходило до того, что, допустим, да, у меня, я вспоминаю, там, 86-й год, у меня было, по-моему, порядка 90 стартов на треке. То есть тогда формула преследования проходила по 5 заездов. Таких у меня было 6 соревнований в году. Плюс везде групповая гонка, плюс везде командная гонка по 5 заездов. То есть это все так наложилось так в 90 этих самых соревновательных дней. Но при этом еще на шоссе я там умудрился накатать свыше 30 тысяч. Из них, я тогда считал, где-то порядка 12 тысяч километров было объемов в соревнованиях шоссейных. То есть когда это все получалось, я вот сейчас смотрю, так все это читаю, тогда это казалось все это проходящим, то есть соревнования, там, соревновки, тренировки. А сейчас сидишь и, в общем-то, диву даешься. То есть каждый день, это каждый второй, каждый третий день были какие-то соревнования, если так в целом разобраться. Но об этом, при этом у нас был октябрь без соревнований, ноябрь, там, грубо говоря, без соревнований. А значит, у нас что получалось? Практически мы всегда соревновались. И получается, количество дней в году без тренировки — это, естественно, с учетом гонок. Ну, то есть я, например, прошлую неделю проболел и пропустил уже больше, чем вы за 8 лет. Да. Не болейте. Ну, вот я просто... Но к этому факту я могу рассказать историю, которая действительно имела место быть. И, может быть, сейчас она воспринимается как шутка, но... значит, мы в 86-м году перелетали в Колорадо Спрингс, в Штаты, на чемпионат мира. И наш тренер Кузнецов, он серьезно, он пытался договориться с пилотами самолета, чтобы мы там где-то, у нас летел тогда 96-й туда, чтобы мы на нижней палубе достали станки, велосипеды и покрутили во время перелета. Вот вы смеетесь, я тоже смеюсь. Вот. Ну, Кузнецова тогда так серьезно не восприняли, а он негодовал по этому поводу очень сильно. Потому что у меня, в частности, это получался день отдыха. Ну, так вот, можете себе представить. Но зато по приезду в гостиницу, там все пошли спать, там, да, мы поехали кататься на станках, вот уже все так вот стемнело, там, только к вечеру добрались. Поэтому, конечно, пропусков у нас не было. То есть болеть мы старались не болеть, потому что Кузнецов всегда говорил: небольшая температура — это не повод не садиться на велосипед. Вот, поэтому как-то, ну, такая спартанская школа была, спартанские условия. Хотя мы были, на тот момент мы были обеспечены всем и вся. То есть у нас не было ни проблем ни с зарплатами, ни с велосипедами, ни
ничем абсолютно. Мы были структурированы от А до Я, от 8 утра до 11 вечера. Велосипеды по разнарядке, кальнага, или как это все-то? Не, велосипеды у нас, да, у нас на тот момент они были всегда такие топовые, что на шоссе, что на треке. На треке у нас, я помню, были такие велосипеды МАСИ, или МАЗИ называли их вот тогда. Вот этот? Да, вот они, вот. Они ничего не весили, они на самом деле были очень легкие. Не знаю, что за технологии, что за алюминий, но вот эти велосипеды, если бы сейчас вот такой достать и попробовать его сравнить, ну, с современным велосипедом, я думаю, разница там небольшая была по вот накату, по ощущениям легкости. У них есть модель, посвященная победе сборной СССР. Она называется МАСИ СССР. Я вам потом покажу фотографию. Да, безусловно, безусловно. Потому что, ну, конечно, фирмачане пытались это все использовать. Мы-то тогда не понимали, что такое реклама там, да. Вот я стою, вот мне велосипед дали бесплатно. Вообще эта картинка должна быть, в наши дни она была монетизирована, не знаю, там, на сколько бы и во сколько бы. Вот. А тогда это вот было вот так вот, да. А вот еще фотография, история, которая всех интересует, потому что я так и не нашел, откуда это, что это. Это, очевидно, до 90-го года, да? Нет, это как раз, это вот район уже Олимпийских игр наших. А. Вот. Но у нас МАСИ тогда, они шоссейные рогатики они не могли делать. То есть у них был такой эксклюзив на треке. А на шоссе у нас вот были вот такие Россины. Они, кстати, и на треке такие же были. Россины, да. Но мы на них не катались, потому что они были так тяжелые, для трека они были тяжеловаты. Но на шоссе вот, мы с удовольствием ездили. Вот видите, там переднее колесо дисковое, да? То есть мы так одни из немногих, которые вот так вот на рогатке там с двумя дисковыми колесами разделки носились. А как вы подписали свой первый контракт? Потому что первая команда советская, получается, была Альфа-Люм на базе РОС, да. Нет, не РОС, а СОФ, Интерспорт, что-то. СОФ, Интерспорт, да. Тогда, значит, это был Чмиль, Бобрик, да. Берзин, по-моему. Значит, история такая была. На 88-м году, после Олимпиады 88-го года, спорткомитет, или там Олимпийский комитет, тогда, ну, приняли такое постановление, правительство причем, что, пожалуйста, все свободны. Вот профессиональный спорт здесь, открываются ворота, переходите, кто куда сможет, там, кто как хочет. Но, опять же, ворота открыли, но никто не знал, как туда переходить. И, в принципе, там не так уж нас и ждали, как оно выяснилось. И в тот момент, значит, было какое распоряжение, что на все велосипедисты могли выйти туда или выскочить за ворота только через профессиональную команду «Альфа-Люм», которая была создана вот на базе сборной команды страны, но шоссейной команды страны. И тогда была маленькая такая, то есть маленькая такая пауза, не пауза, а предусловленный момент, что все гонщики-шоссейники должны были пройти через эту команду. Ну а я не попадал под гонщиков-шоссейников, я был с ассоциацией с трека, поэтому я умудрился сразу попасть в команду Panasonic. Но это был... Вообще они меня хотели в 89-м году уже забрать. И даже в 89-м году мне там назначили небольшую зарплату, там дали полностью экипировку, там велосипеды свои. Но контракт начинался с 1 января 90-го года. Почему? Потому что тогда, казалось бы, еще надо было выступить один чемпионат мира на треке в Лионе во Франции, который был очень значим, очень важный. Вот. И для команды Panasonic это был период, когда они хотели, так сказать, вот, ну, подраскрутить. Это мое имя, что вот мы с человеком договорились, он сейчас там дорабатывает там свой контракт в любительском спорте, потом приходит к нам. Ну, вот такая вот история. Получается, примерно тогда же у вас был первый гранд-тур за Panasonic или не было? Да, у меня исключений не было, то есть я был готов. И в первый год, тогда сейчас эти гонки называются однодневные там классики, World Tour, да, тогда они назывались Кубки мира. Вот у меня в первый год тогда получилось там порядка 10 Кубков мира. Кроме Париж-Рубе, они практически все, и Тур де Франс. То есть это для Neo Pro, который вот только-только подписал контракт. Но сами понимаете, что без таких цифр там, и такого объема, и такой подготовки, там, конечно, мне тяжело было бы просто даже классики доезжать. Вот. Но тем не менее, я в первый год на Тур де Франс этап выиграл свой. Какая специализация у вас была, когда пришли в шоссе сразу? Вот там, допустим, тренеры смотрят профиль и...
Вы знаете, сначала мне было тяжело определиться с специализацией. Почему? Потому что я мог и в гору хорошо ехать, но недостаточно хорошо, чтобы биться за майку горную на Тур де Франсе. Я мог разделку хорошо ехать, но опять же недостаточно хорошо, чтобы выиграть на тот день большой приз нации назывался, такое зачетное соревнование. Там индивидуальная гонка была 95 километров. Ну, сами представляете, что это такое. Вот. И в то же время у меня был, скажем, хороший спринт для шоссейников, но не было таких вот навыков, там, вот, так сказать, хорошей позиции подъехать к этому спринту, потому что опыт шоссейного спринта, он как таковой отсутствовал. А скорость была с трека приличная у меня. Поэтому как-то так получилось, что я понял, в общем-то, на тот день требования были какие? Победы обязательно. Любая победа в любой гонке, она победа. Вот. И, скорее всего, так вот, наверное, зачетные очки классификационные, где ты фигурируешь в списках там, первых 10 гонщиков мира. Вот, в принципе, все, что требовалось. Тогда это все уже... То есть, когда ты уже пришел с именем, которое ты сделал, ты в первый год там, 7-8 побед обеспечил, там, включая победу на Тур де Франс, и твои рейтинговые очки всегда где-то возле десятки ты крутишься, лучших гонщиков мира, и этого было достаточно. А потом уже потихоньку я уже стал думать, да, точнее проявлять себя более конкретно в классиках, там, более конкретно в раздельном старте. Но гора как таковая, она у меня никогда там, не проросла до вершин, там, не знаю, горного короля на Тур-де-Франс. Такого не было. Плавно переместимся к интересному периоду вашей карьеры. Как вам было гоняться с этим парнем в одной команде? Вообще, какие цели ставились? Это Лэнс Армстронг, если кто-то не знает. Великий, ужасный, тот самый. Это, кстати, по-моему, гран-при Эдди Меркса, тайм-триал, чуть ли не парный, да? Да, это мы выиграли тогда. Это было в Брюсселе соревнование, это после Тур де Франса. То есть это соревнование как раз проходило в рамках так называемых критериумов. Критериум – это коммерческие такие заезды, где, в общем-то, там все расписано, кто выиграет, кто вторым, кто третьим. Но для публики это шоу, они как бы вот могут своим кумирам подойти, и, там, взять автограф, сфотографироваться. То есть это называется доступная среда после Тур де Франса. Вот. Это соревнование, оно не было расписано, там пришлось педалировать, причем активно, чтобы выиграть. Но это как раз вот, это был тот момент, когда мы с Лансом второму месту там 2 минуты привезли. Точнее, второе место мы просто догнали. Вот в своем заезде. Пара, которая ехала перед нами, они финишировали вторыми, но мы их догнали. Это такой, так сказать, фурор был. Кстати, кубок у нас забрали. Тогда. Не, Ланс говорит, это твой кубок. Я говорю, да нет, он твой. Он говорит, ну мы же его не распилим пополам. И подошел Эдди, говорит, давайте я его для музея возьму. Эдди Меркс. Мы там расписались, и он взял для своего музея. Эдди Меркс. Да. Вот его гонка была, он организовывался. То есть это такой же критериум, как был в 95-м году в Москве, где вы ехали в отрыве с Эндурайном, если я ничего не путаю. Да. Потому что в 95-м году на Красной площади был такой круг вокруг Кремля. Да. Был критериум, который так назывался, по-моему, критериум в рамках Тур де Франс или что-то такое. Я вот не помню, как его... Мастерс критериум 95. Я не помню, как его назвали тогда. Я помню одно, что тогда такие, значит, как-то приехал весь пелетон с Тур де Франса. Прямо привезли. Там столько было всяких нюансов интересных в этой гонке. То есть мы приехали в Шереметьево, нас посадили все в автобусы, мы поехали. И Ришар Вюранг, знаете такого, да, гонщика? Он сидит, что-то свой телефон крутит, и у него раз входящий звонок. И он такой на весь этот автобус говорит: «Вау, здесь телефоны работают!» Я такой: «Ришар, сейчас подожди, сейчас чуть подальше от аэропорта уедем, тут много чудес природы увидишь». И потом начинают там Мерседесы мимо проезжать, там Феррари мимо проезжать. И они вот, западники, они сидят, они действительно смотрят так на все вот такими глазами большими раскрытыми, что ничего себе, а мы думали, тут медведи по улицам бегают. Вот, это такой момент, один нюанс. А с гонкой было связано, значит,
я не знаю, сколько там солдат пригнали для обеспечения безопасности, но народ, зрители отодвинули так, что, допустим, мы гоняемся по одной стороне, да, реки Москвы, а зрители стоят на другой стороне, махают там нам. Но зрителей было столько, что вот на самом деле, если бы тогда не солдаты, которые их оттеснили бы, ну, яблоку плюнуть, точнее, плюнуть было некуда, яблоку упасть было бы некуда. Это вот столько было народу. И вся Москва, точнее, не Москва, а Кремль был полностью в нашем распоряжении, полностью перекрыт. А каким образом вообще этот критериум тогда попал в Москву? Вообще не совсем очевидное. Это на фоне Альфа-Люма и интеграции советского и российского велоспорта уже в мировое велоспорт. Все-таки, понимаете, на тот день там Москва, она не была, скажем, избалована такими мировыми такими событиями, да, событиями мирового масштаба. Вот, и завести звезд с Тур де Франс тогда считалось круто. Потому что на самом деле на тот момент, это был 95-й год это было, очень много россиян успешно выступало в различных командах. То есть потихоньку Альфа-Люм закончилась, и как-то все разбрелись там в разные клубы. И, в общем-то, Россия была 5-й или 6-й, мы были тогда по рейтингу среди вообще всех стран мира. И это привлекало большой интерес. Плюс средства массовой информации обращали очень большое внимание. То есть писали о велоспорте очень много, и вдруг, когда такое событие, оно, по-моему, было как раз организовано теми же людьми, которые организовали команду. Сначала Альфа-Люм, а потом Рослото, такая команда была. Вот. И это шоу приехало сюда, в Москву. Получается, было через год после победы на Джиро. Да. Берзин. Да. То есть как-то тогда, ну, совершенно в таком фавре мы были, велоспорт был в фавре. И были звезды, свои кумиры там, ну, как-то вот так вот. Я помню, что зрителей было очень много, просто их так всех оттеснили. И какие у вас самые зачем? Памятные победы на треке, на шоссе и в однодневках? Ну, на шоссе в многодневках, я знаю, что у вас были победы на гран-турах и в однодневках. Какие запомнились и почему? Ну, на треке, безусловно, это было вот Олимпийские игры, тот заезд, который вы видели до этого, где мы по первому колесу проиграли, а за счет того, что немцы развалились, мы выиграли. Это безусловно. Вот. На шоссе, скорее всего, это была, есть и будет. Это вот моя олимпийская медаль 2000 года, про которую надо немножко отдельно рассказать. Вот. И, соответственно, наверное, победа на Тур де Франс тоже запомнилась. Она запомнилась чем? То есть она была уникальная, она была единственная в своем роде. Там было много потом призовых мест, но она была уникальной. Но она запомнилась тем, что это был такой равнинный этап. Как-то пелетон так катился со старта, и получился такой своеобразный день отдыха. И последние, там, не знаю, там 30 километров превратилось в такое дерби. То есть пошли атаки, 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 какие-то такие отрывы, которые потом уже стали... никуда не отъезжали, потому что спринтерские команды контролировали пелетон, готовили там под спринт, да. Вот. И потом на фоне всех этих вот атак на последние, по-моему, 6 или 7 километров уехал я. А дистанция такая к финишу была прямая, практически с одним поворотом там на последнем километре. И вот я так в трековой такой манере ускорился, и за мной 4 команды спринтеров. Меня держали в 10 секундах, но так и не сократили дистанцию. То есть я так и приехал. И Олаф Людек, тоже из команды Panasonic, выиграл еще спринтное. То есть Panasonic было первое и второе место у нас. То есть, конечно, такая победа запомнилась. Получается, из позднего отрыва, да? Вот все из пелетона. А, ну, так. Да, там вот последние 30 метров разборки происходили, но отрывок как таковых не было. То есть вот как-то я так атаковал, за 5 метров уехал и приехал, выиграл этап. И, конечно, Олимпиада 2000 года тоже особое событие. Значит, там гонка была разбита на три группы. Почему? Потому что круг был короткий, а надо было ехать 3 круга. Естественно, все участники не помещались на дистанции. Их разбили по 3 группы. И между группами было там по полчаса, по-моему, или по 20 минут какой-то перерыв был. Я ехал во второй группе. Соответственно, во второй группе я показал лучший результат из там, первой, которая стартовала, из нашей второй группы. И так как у меня был лучший результат, меня посадили вот на такое кресло, называется hot seat, да, в таких понятиях, то когда человека так забирают, и все, ты уже изолирован. То есть ты не можешь не выйти, потому что у тебя там по допинговым правилам ты не можешь отлучаться из этой зоны.
Вот. И к тебе никто не может подойти, потому что ты как бы претендент на победу, и ты должен соблюдать все эти, так сказать, меры там и безопасности, и доступности, и так далее. Вот. И пошла, то есть я отсидел сначала 15 минут, пока не стартовала третья группа, ну и потом, конечно, пошел период ожидания. Когда третья группа стартовала, они проехали первую группу, у меня лучшее время. Потом они проехали второй круг, у меня опять лучшее время. Потом, когда они уже поехали третий круг, и я стал уже так смотреть по экрану, там отметки были, они выводились на экран, что проехали первую отметку, у меня лучшее время, потом проехали вторую, контрольную, уже перед самым буквально финишем, у меня все равно лучшее время. Вот здесь вот я стал понимать, что что-то такое происходит. Вот. И потом уже пошел отсчет времени, когда, значит, приехал там 10-й, значит, у меня лучшее, значит, я уже 9-й, потом приехал 9-й, я уже, значит, 8-й и так далее, и так далее. И потом, когда приехал 4-й, и я подумал, опа, у меня уже бронза. Осталось только 2 участника, Ланс остался на дистанции и Ян Урлих. И потом приезжает Ланс, я смотрю, опа, ему 30 секунд бросил, значит, у меня уже серебро, как минимум. И потом, конечно, мгновение, когда приехал в Урлих, оно незабываемое. То есть ты смотришь, я вот так вот сижу, вот так идет экран, прямая трансляция, здесь в углу, в маленьком окне, там, как я сижу на кресле, мои переживания, и гонка идет. Я сам себя смотрю на экране, да, и видно, что вот все, мое время закончилось, а Урлих еще метров там 20 до линии. И тут понимаешь, что это золото. То есть, ну, никак не думал, что это будет золото в этот день. Абсолютно никак. Ну, вот финальный километр мы только что смотрели. Ульрих у вас выиграл на метке на предыдущей, нет? Нет, нет. Это... Это вы уже на Ход-Сити были? А? Это вы уже на Ход-Сити ждали? Да-да-да, я уже там часа полтора сидел, если не больше. Да, вот Урлих выиграл, да. Но тогда в момент я не узрел, потому что это было как бы... Ну, там не до этого было. Жарко было? Ну да, в Сиднее было очень жарко, да, там было так. Ну и как потом специалисты говорили, что вот в момент, когда поехала третья группа, у них подул этот ветер своеобразный, который всегда разгонялся после 3 часов дня, и что вот людям не повезло. Ну вот Армстронг уже 25 секунд летит. Ну да, да. Дистанция была чуть больше 50, да? Да, она была... Или нет, по-моему, 49 была где-то. 49? Но она сложная, там поворот на повороте, так в парке так все, какие-то горки были, спуски. То есть вот здесь я реально сидел и понимал, думаю, что же происходит вот в этом моменте. А я где-то вот здесь вот слева я сидел, вот там чуть подальше. Последние секунды тяжело было? Да, вот это как раз момент. Вот смотрите, вот 40, а ему еще до линии ехать. Видите, сколько? И вот здесь я понял, что да, это уже золотая медаль. Восемь секунд проиграл. Сейчас, кстати, вас покажут. Да. Ну, а как я готовился к гонке, я вам тоже могу рассказать. Значит, там приехал, ну, допустим, пришел Ланс или приехал на старт. У него там массажист такой, массажист сякой, там механика это. Значит, приехал Урлих, то же самое. А я своим функционером, у нас же не было тогда специализированного механика. Он был, конечно, там был массажист, но это были люди из федерации, то есть это не были люди из профессиональной команды. Я сказал, я на старт сам поеду своим ходом.
Она говорит, как ты поедешь? Я говорю, ну вот там 20 километров от деревни до старта, через весь Сидней. Я говорю, проеду, разомнусь как раз. И... Да ты что, там же движение, там это. Ну, это как по Москве, примерно, надо было ехать. С юго-запада, скажем, Крылатская, да, так попасть. Я говорю, нет, я поеду, потому что я люблю перед стартом прокатиться. И вот я приехал в нашу кабину. Соответственно, механика там что-то не было, где-то он там бегал. Я пошел к этим, к американцам, взял насос, там, взял эти дисковые колеса свои, там, все сам поставил, накачал. Потому что время уже было, оставалось мне где-то полчаса до старта, я так приехал без запаса. Сел на станок, немножко попедалировал и вышел на старт. Вот. Но самое интересное потом было, когда гонка финишнула, там процедура, допинг-контроль, пресс-конференция, то есть это все затянулось на 2 часа. И значит, буквально перед пресс-конференцией забежал наш тогда президент федерации и говорит, Славик, мы поехали в деревню готовиться. В общем, вот ключи от машины, машина стоит там на паркинге, ты увидишь. Там еще кто-то должен меня будет встретить, и потом вот мы вдвоем поедем в деревню, он тебя отвезет. Ну ладно, хорошо. Закончилась пресс-конференция, я беру эти ключи, выхожу. Все закончилось. То есть я выхожу, медаль висит. Я такой, где машина? Машины нет. То есть там куча машин, они все белые, олимпийские, с этими, с эмблемами. А где русская стоит, не знаю. Потом я спрашиваю у секьюрити, а где машины команды? Их сюда подпускают? Нет, говорит, они только там на том паркинге могут быть. То есть паркинг, куда приехал утром. Так надо, так полкилометра было идти. То есть я прихожу на паркинг, и получается, ни одной машины нет, стоит одна машина, это нашей российской сборной, так посредине паркинга. Ни человека нет, никого нет. Я прихожу, ну, открываю дверь, соответственно, я помню, куда ехать. И вот сел, поехал с медалью. И опять тем же маршрутом, через все светофоры, через Сидней, еду, останавливаюсь на светофоре. Так, люди подъезжают, так смотрят. Так, они, все люди, как ну и везде, по-видимому, они всегда обращают внимание на олимпийские машины. Раз, олимпийская машина, раз, так, оп, Россия. И так он смотрит, так вроде как атлет сидит. И так окна открывает, так спрашивает, ну и как, эй, какие дела, как? Я говорю, да нормально, вот раз медалем показываю. Хоп, зеленый свет, поехали. Я приехал в деревню, короче, привез за собой на хвосте машин 20. Серьезно, они все приехали, ну, в зону там, где можно еще доехать. Все остановились, а мне, я понимал, что они уже едут за мной, потому что ну, я не стал въезжать в ворота, там я остановился тоже, вышел, и все, люди подбежали, там автографы, пофотографировали. Они все видели эту драму, там, что вы сейчас увидели, они это все видели в прямом эфире, как так Якимов объехал там Армстронга и Урлиха, и вот он с медалью едет живой. Это вот тоже такая история, которая не забудется никогда. Вот. Ну и что, трек я сказал, шоссе сказал, а что еще? Однодневка? Наверное, скорее всего, может быть, даже Пари-Рубе, вот третье место там был. То есть я как-то всегда к этой гонке относился с определенной опаской, понимал, что насколько там опасно, насколько она уже тяжела, насколько я уже там был весь измотан после Фландрии там, и вот этих всех дел, вот, и насколько я не хотел ее никогда ездить. И вот в 95-м году, это спустя, я уже был 6-й год профессионал, да, я первый раз ее поехал, меня поставили. И я понял, вообще-то это моя гонка. Вообще это моя гонка, единственный классик, который я могу выиграть. Вот. И в 95-м году там был у нас как раз фотофиниш, я 4-м финишировал, а вот на следующий год я был третьим. Опять же, тут я приехал в гранд-финал, когда вот мы втроем на треке въезжаем, вся эта суета, это вся. Ну, у меня, конечно, а что с нами было, как получилось так, что Тогда был Петер Ван Петегем и Дарио Пьери. Вот. Я вообще-то от них уехал. За 10 километров до финиша я уехал и вез прилично. Я вез порядка 30 секунд. То есть уже они меня уже не могли догнать. Но что произошло? Ван Петегем тогда ехал в белой майке лидера Кубков мира. И, значит, он ехал с итальянцем, и его просто везла-то вот такая капсула мамы мотоциклистов. То есть там и фотографы, и камеры, и телевидение, и это. И я ехал там с одним мотоциклистом, который там где-то сбоку от меня, это первая камера в гонке.
Но, соответственно, я там весь ветер толкал, да, их привезли буквально там за 3 километра, привезли, или за 7 километров до финиша привезли их ко мне. Ну, вот такая вот несправедливость определенная. Но, тем не менее, эта гонка запомнилась, и жалко, что я не выиграл. Но я понял, слишком поздно понял, что она моя. Ну, вот, Париж, пожалуй, уже очень, очень опасная гонка. Всегда нужно быть впереди, и там, судя по интервью, перед Оренбергским лесом начинается вообще безумие. Там под 60 километров развозят, как на финиш, уже на победный, просто чтобы въехать в лес первым. Да, да, ну... Как это вообще у вас тогда было? Вы тогда были тогда раз... Вы в Discovery тогда уже были тогда? Ну, я первый раз ее тогда и в Novel я проехал, потом я практически до конца уже свой карьер. Я не помню, сколько я раз там ее ехал, но, наверное, так раз 12 я точно ее ехал. Вот. Я помню, значит, я эту гонку первый раз, когда я поехал, ее сравнил с Советским Союзом. У нас такая гонка один раз была, называлась «Вооруженка». То есть чемпионат вооруженных сил открытых у нас называлась «Вооруженка». А что такое «Вооруженка»? Для них это, для армейцев, для спортивного клуба армии, это были соревнования, где, в принципе, отбирали, ну, действующих спортсменов. Что там на бумаге их много было, всяких спортсменов, да, которые вроде не служат и не спортсмены. Вот их собирали на таких соревнованиях, не только там в велоспорте, а вообще по всем видам, где клуб ЦСКА или СКА присутствовали, и вот таких мертвых душ отсеивали. Но так как они считались спортсменами тогда, и в это время у нас был Афганистан, то это были первые парни деревни, которые готовились уже через там, короткие там, периоды, готовились к Афганистану. То есть это было правило совершенно однозначное. То есть из спорта человек вылетал, он попадал в Афганистан. И вот на этой гонке, на этой вооруженке было жесткое правило, что последние, то есть квалифицировали 140 гонщиков из 200 стартовавших. Последние 60, они, так сказать, не попадали под разряд спортсменов. Значит, вот я вам тут могу ошибиться, но где-то так, 86-й, 87-й, где-то так вот. И вот там вот у нас была настоящая коррида, то есть вот там было правило, что вот только не упади. Потому что там люди падали и плакали. Ну, понятно, что они упали, они либо им не догнать эту группу, и они вот в этом, в последних там 60, да, и вот они там кандидаты в Афганистан. Вот то же самое, наверное, на Пари-Рубе. То есть будь там, где ты, во-первых, не упадешь, и где тебя просто не отсекут. Вот всегда приходилось так вот контролировать эту зону. А еще такой момент. Вы всегда тренировались, получается, у Кузнецова. Да. На протяжении всей карьеры. И трековый, и шоссейный, и профессиональный в командах. Или, ну, в командах были свои тренера? Кто писал планы? Нет, значит, ну, после 10 лет уже школы Кузнецовой и понимая, что вообще надо, да, на чем вообще хлеб растет, я уже сам себя тренировал. То есть, по большому счету, первый год там Кузнецов как-то мне помогал, там планы писал, но тогда же не было мобильной связи. Позвонить – это была целая история. Там, какими-то обмениваться факсами – это тоже была целая история. То есть это надо сначала было напечатать и там написать. Вот. Как-то первый год еще какая-то активная связь была, потом уже связь осталась на уровне: «Ну, Славик, привет, как дела?» И тренировался я сам. А тренеров как таковых в команде не было. Это вот сейчас команда, да, в современных командах это очень важное направление. То есть тренер, СРМ, БАТы, методика, контроль – это все, так сказать, на уровне. Но в 90-х годах такого не было. В 90-х годах у нас были обычно там маленькие спидометры, и то они нам не нужны были, они больше для рекламы. Потому что команда получала там, ну или руководство команды получало определенные деньги за рекламу этих. Но они не нужны были, по сути дела, потому что гонки были вот отсюда до сюда. Вот, там были определенные свои тактические моменты, и, в общем-то, ну, гонка поехала и поехала, ты что можешь сделать? Ничего. Сейчас гонщик едет по СРМ, да, он смотрит, оп, я не буду ускоряться, или там немножко там, потому что вот у меня тут лактат уже вырабатывается, я тут в красной зоне, я педалирую назад. Ну, то есть такая вот шахматная игра происходит. Может, оно и правильно, может, такая и должна быть. Но в 90-х годах это была совершенно другая школа. В развитии этой темы, то есть... Когда вы впервые начали тренироваться хотя бы по пульсу? То есть вот с 13-14 лет, это же все было как, ну, бы по ощущениям, самом, получается. Да, на самом деле, вот в школе Кузнецова пульсометрия отводилась
придавалось огромное значение. То есть у нас мой первый повар был, я могу ошибиться, но это где-то был 85-й год, наверное. 84-85-й год. У меня уже появился первый повар. У Кузнецова появилась там первая такая печатная машинка. Она печатала как кассовые чеки такие. Вот. И уже анализ, конечно, осуществлялся уже с тех пор. Но уже спустя какое-то время, точнее, спустя уже, вот, пройдя профессиональную карьеру, я понял, что пульс это, ну, не, наверное, не совсем основной, он один из основных показателей, но не основной показатель твоей формы. Что пульс это такая величина, она изменчива. Она привязана к твоему самочувствию, к твоей свежести или усталости, даже к там, погодным изменениям. Вот, а самая такая, так сказать, основа измерения в велоспорте – это все-таки ваты. Даже не скорость, ваты. Потому что вата, она не меняется абсолютно никогда, ни при каких обстоятельствах. В каком году у вас измеритель мощности появился? И вообще у вас был в карьере измеритель мощности? Да, вот я начинаю, вот как вот мы с этим парнем начали вместе тренироваться, там готовиться, вот тогда я стал понимать, что такое СРМ, что такое сланцем. Ваты. Да, сланцем. Потому что он тренировался по этой технологии долгое время. И он именно оценивал свое состояние именно по тому, сколько, допустим, то есть был повод такой, вот, ну, так вкратце говоря, то про технологию, чтобы толком там не... То есть, допустим, расчет был такой, что вот, на Тур де Франсе в финишную гору едет отрыв, который будет разыгрывать этап. Вот у них усилие идет порядка там 460-500 ватт. Вот если ты в этой нагрузке можешь разместиться в районе часа, и твой организм не закисливается, а значит, у тебя очень хорошая спортивная форма. А? 450-500 ватт. Да. Вот Ланс мог держать такую нагрузку где-то чуть больше часа. Его лактат не поднимался выше 7 единиц. Я такую нагрузку держал примерно там, минут 45, а потом у меня лактат поднимался. И вот она была привязана. То есть это как бы была формула, к которой он всегда стремился. А вес не играет значение? Вес, он играет значение. Почему? Потому что если, допустим, 3 килограмма ты можешь освободить, выкинув 2 бачка, да, в гору, то 3 килограмма живого веса – это безусловно, нагрузка. То есть это кислородообеспечение мышц. Это совершенно другой метаболизм. Вот. Поэтому с весом боролись. Кто как мог, но боролись. Кузнецов контролировал диету? Или в командах вообще? Сейчас я... Кузнецова просто мы... Ну, вы же видели, там, сколько километров было намотано. То есть там толстеть-то было просто некогда. Это у профиков есть периоды, когда вот они выключаются, включаются в нагрузку, когда они выкатываются, когда они там закатываются на воду, да? И у них вот этот вес может там скакать. А вот у Кузнецова, я помню, у меня там боевой вес был 67 килограмм, он практически не менялся никогда. И, здрасте. И что интересно, я помню, у Кузнецова было правило, нельзя было пить кофе по утрам. Он считал, что если ты стимулируешь себя там на завтраке кофе, то есть ты, весь твой адреналин, он выпускается перед стартом, перед гонкой. И ты потом в гонке, ты просто палишься раньше времени. И когда я попал в профики, можно было зато кушать мороженое, пожалуйста. Мы вот с трека с Крылатского уезжали, всегда останавливались на молодежке, там покупали там мороженое, вот эти лакомки, они только в Москве продавались почему-то. Приезжали в гостиницу в Можайка и после ужина там все это добивали. И попал я в профессиональную команду, это было все наоборот. За порцию мороженого тебе могли лишить месячной зарплаты, а кофе можно было пить литрами, тебя никто не ограничивал. То есть вот... Вот такие подходы были разные. То есть так, уже тогда в командах были профессиональные диетологи. Ну, то есть сейчас Катюша, например, которая руководила. Сейчас я говорю, сейчас есть этому... повара, есть диетологи. Да, да, да. В профессиональных командах этому уделяется и уделялось очень много внимания. И сегодня, в сегодняшние дни это один из таких ключевых факторов, вот твой вес. У нас Катюша вес всегда статистикой полностью ведется. Это все можно даже в интернете посмотреть, там все эти показатели. И вот если вы слышали последнюю полемику с Кристофом, да, он там команда ему предъявляет претензии, что он на 3 килограмма тяжелее, чем он был, нежели когда там выигрывал все подряд. Вот. Я сам залез в статистику, посмотрел, и действительно, да, 3 килограмма он
плюсе. Но, опять же, жировой показатель у него в норме. То есть объем мышечной массы увеличился. По-видимому, так сказать, увлекся силовой подготовкой, там, штангой в зале. Он мог нарастить, то есть, может быть, для спринта это неплохо, но 3 килограмма тащить по Фландрии, вот по этим вот всем вот бугоркам, это уже, конечно, тяжело. В то же время я сейчас разговаривал буквально на днях с Ильнуром Закариным, и у него официальный вес везде 67, а итальянской прессе он сказал во время Джиро, что у него вес 63. Ну и в интервью он сказал, что даже чуть-чуть и меньше. То есть получается, что небольшая зависимость, ну, естественно, зависимость между специализацией и весом есть. Например, в горах он смотрелся уже более уверенно, а на разделке, там, может быть, не выдал всех своих способностей. Получается, что чуть-чуть не удержал вес на оптимальном или... Тут же опять, я помню, значит... И были ли у вас такие колебания, например, к одним соревнованиям нужно там на мороженое налегать, к другим наоборот? Нет, такого не было. Дело в том, что во время грантура происходят интересные вещи. Вот, допустим, день отдыха, я почему не любил дни отдыха? Я всегда говорил, лучше пускай гонка будет день короче, но без дня отдыха. Потому что день отдыха у тебя организм вырубался из того ритма, к которому он привык уже. И в день отдыха страшно хочется кушать. А кушать ты, в принципе, даже себе не можешь позволить. Почему? Потому что чем больше там кушаешь пасты или там каких-то там углеводов, тем больше наливаешься водой. То есть мышцы, они не... Чтобы, допустим, расщепить там, да, одну молекулу углевода, нужно две молекулы воды. И почему отсюда ноги всегда такие становятся залитые после дня отдыха? Потому что нету проката, нету, мышцы не работают, а ты тут пасту, там, углеводы кушаешь, и после дня отдыха я всегда страдал. То есть у меня всегда был кошмарным днем, это этап после дня отдыха. Поэтому там как раз, да, там вот были случаи, когда и мог и 1,5, и 2 килограмма набрать. Но это не вес, это просто вода у тебя саккумулировалась в организме. Были такие истории. А вообще, если Ильнур утверждает, что... Я больше поверю, что Ильнур 63 килограмма, нежели чем 67. На 67 он не похож. Он слишком худой. Ну, это Википедия. Да, слишком он худой. А вообще в истории, я помню, Мигель Индурайна, который там человек-гора, да, он там меньше 80 никогда не весил вообще в своей жизни, и выиграл Тур де Франс 5 раз причем. Вот. И в то же время вот, мы смотрим на Фрума, вот этих вот маленьких ребят, да, или там узких, худых ребят, они больше 65 не весят. Поэтому, опять же, есть, конечно, определенная закономерность, вот, но исключения в виде вот, Мигеля Индурайна, они тоже бывают. Да. А расскажите такой момент, когда вы стали, о вашей трансформации из спортсмена в функционера, так скажем, велосипедного мира. То есть ваша карьера в «Катюше», в «Этере», ну как, в каком моменте вы там появились и какой вообще этот проект занимает место в вашей жизни? Ну, значит, смотрите, тут с чего бы я вообще, я бы начал, наверное, с такой, ну, скажем, уже такого обобщения, да, вот пройдя уже все ступени в велоспорте, хочу сказать, что самая легкая, да, самая вот доступная профессия вот вообще в велоспорте, если можно так все рассмотреть, так разбить на этапы, это, конечно, быть профессиональным гонщиком, безусловно. Почему? Потому что, ну, как-то все организовано, все направлено на какой-то здоровый образ жизни. То есть у тебя структурированный день, у тебя там, понятно, у тебя там тренировка или там соревнования, после этого у тебя массаж, потом у тебя всегда ужин. Ужин никогда там не в Макдональдсе, а именно так вот чуть ли не при свечах. То есть это самое легкое. За тебя там делают одно, второе, третье. У тебя голова ни о чем не болит. Педалирую, восстанавливаюсь и педалирую. Вот формула простая. Вот. А потом, значит, одним из первых этапов моей, так сказать, моей роли как функционер, это была роль спортивного директора в профессиональной команде. Вот там уже начинался потихоньку такая определенная головная боль. То есть ты уже отвечал за то, чтобы у гонщика головной боли не было. То есть ты уже был в роли такого менеджера-организатора. И там как раз по остаточному принципу еще время оставалось, чтобы на велосипеде кататься. И вот после того, как я стал менеджером команды «Катюши», там уже времени не оставалось вообще. Потому что там уже надо было думать о всех
80 человек, людей в команде, да, чтобы у них не было головной боли. Поэтому, соответственно, чем выше ты поднимаешься там, в плане там, функционера или чиновника, там, тем тяжелее становится. Вот. И сейчас уже, будучи президентом федерации, скорость, конечно, другие они, не как в скорости, не как в команде «Катюша», но и, скажем так, отчаяние тоже больше. То есть ты делаешь вещи, они не получаются. Ты их пытаешься сделать еще, ты пытаешься завести вокруг себя людей, чтобы это направление было отработано. Оно все равно не отрабатывается. Почему? Потому что, ну вот, вот так вот получается. Нету встречного движения или движения навстречу. Можно еще вопрос по восстановлению с таким бешеным ритмом, как вы восстанавливались, и еще по коленям. Если у меня бывает, когда коленки подбивают, что можно сделать? Ну, что касается колена, колени, это надо, во-первых, разобраться со своей спиной. То есть нет ли подвыехов, не короче ли она, другой. То есть нагрузка на ноги должна быть одинаковая. Если у тебя перекручена спина, значит, у тебя одна нога короче, и не обязательно на велосипеде она у тебя болит. А у тебя колено может перегружаться при ходьбе. Если ты идешь косой, вот такой ты идешь заваленный, у тебя левая нога, левое колено всегда больше будет загружено, чем правое. Но на велосипеде это все выдается. Почему? Потому что включаются немножко другие мышцы, связки, и ты понимаешь, что вот проблема здесь. То есть это первый момент. Второй момент – это, конечно, разобраться с посадкой. Если посадка на велосипеде выставлена неправильно, это тоже может быть. А в посадку я уже включаю даже позицию шипов на туфлях. То есть это нюансы, которые... Ну и третий момент тоже, опять же, надо разобраться. Это уже может быть через какое-то углубленное медицинское обследование. То есть нет ли там каких-то там остаточных явлений. Отложение солей там, или травма какая-то, может быть, этому предшествовала. То есть вот три основных причины разобраться в коленях. А еще вопрос там был, восстановление. Восстановление. Единица восстановления, прям можно тоже сквозное восстановление через всю карьеру, как это было у Кузнецова. Вы понимаете, да, все дело в том, что у Кузнецова это очень было просто, то есть там был отбой в 11 часов вечера, подъем в 8, а потом все было сместилось на 10 вечера отбой и в 7 подъем. И тогда, то есть, там было очень просто. У тебя свет не должен был гореть после 10 вечера. И я еще долго после этого, там, в 90-91 годах, когда вот там с профиками где-то припозднишься, там, на ужине, так выходишь, так смотришь на часы, так с опаской, так, опа, 10:30. Где-то должен быть Кузнецов рядом. Или его тренер с блокнотом. Вот. А уже, конечно, когда я стал профиком, то есть это уже было настолько привычка, да, уже казалось бы, ну, а что делать-то, что до 12 сидеть ночи, что там высидишь, лучше днем там после обеда там, посмотреть новости, там почитать что-то. И так старался всегда в 10, в 11 ложиться спать. И сон – это, безусловно, самое лучшее восстановление, сон. На Тур де Франс, если на третьей неделе ты не спишь, бывают такие случаи, там уже люди начинают там таблетки заглатывать, чтобы уснуть, или ты не ешь, то ты, значит, первый кандидат на то, что гонку не закончишь. Потому что организм у тебя уже просто не воспринимает. То есть он у тебя настолько загнан, что у тебя не воспринимается ни пища, и, соответственно, ни сон. У тебя возбуждение в голове такое, что у тебя даже сон не идет. То есть засыпаешь таблетками, просыпаешься с литрами кофе. Ну, так, чтобы на село сесть и проехать этап. А по поводу питания и спортивного питания, вообще оно, допустим, на начальных этапах вашей карьеры существовало такое понятие, как спортивное питание? Потому что я знаю, что, например, не было энергетиков, люди покупали капли в глаза, таурин, разбавляли соки, там чуть ли не так. Не, на самом деле энергетики, они были во все времена. Даже в Советском Союзе у нас там было космическое питание, там в тюбики какие-то подгоняли нам. Ну, я скажу так, что нет ничего лучше, чем вот сбалансированное натуральное питание на столе. То есть все эти энергетики, там, все это хорошо, то есть это вот эти быстрые углеводы, быстрые сахара, которые там моментально ухватываются в организме, но, опять же, не всегда, или они неправильно подобраны, с этим даже могут быть большие проблемы, да, с тем же желудком в гонке.
значит, в велоспорте профессиональном есть такое правило, что этап ты ешь на ужине, а начало этапа ты ешь на завтраке. Поэтому ужин, конечно, должен быть такой, ну, насыщен. Но опять же, получается, история, ты не придешь и не съешь килограмм мяса там, да, или там килограмм пасты ты не съешь. Поэтому вот обычно у нас гонка заканчивалась, и такие были промежуточные этапы. То есть ты сначала первую там порцию там риса или даже отварного картофеля ты забрасывал уже непосредственно после, даже чуть не переоделся. Даже еще трусы с себя не снял, у тебя уже там картошка или рис там готовы с этим, с тюнцом. Ну так, для вкуса. Потом ты уже вольготно пошел в душ, помылся, приезжаешь в гостиницу. В гостинице у нас уже вроде какой-то полдник есть, там фрукты, какие-то, может быть, йогурты. Но уже старались туда не подкладывать ни печенюшки, там, ни вафельки, чтобы это уже лишнее было. Потом еще шел перехватик. Вот. Ну и, соответственно, ужин. А вообще, если есть формула, если и как бы по правилам, после тренировки, конечно, безусловно, надо закидывать углеводы для начала. Потому что это то, что организм сразу цепляет. А вечером для того, чтобы выстроить или там восстановить фундамент на завтра, это, безусловно, нужны белки. Мясо вот такое все. Смешивать вечером это все можно, но тяжело. На самом деле можем переесть и так вот потом долго пузыри пускать, не уснуть. Поэтому. А время гонки, ну, как правило, это либо те же энергетики, либо я предпочитал всегда булочки завернутые там с бананом или с нутеллой, или вот такие вещи. Ну, такие, скажем, кусочки лакомства, сладкие. Вот. И, соответственно, питание, точнее, напиткам тоже уделяется очень много внимания. Есть сахара, есть просто минеральные соли добавлены. То есть надо и то пить, особенно во время жарких этапов. И воду пить, чтобы это там все не превращалось в борщ, разбавлять. А тем же, просто есть опять же правило, если ты начинаешь закидывать в себя питание после того, как ты почувствовал, что ты голодный, то ты уже опоздал. Вот. Я обычно это делал всегда, там, километров 15 после старта проезжал и потихоньку начинал там забрасывать, не забывал. Не, вода тоже шла, да. Вода, безусловно, нужна. Потому что вода, она все равно, она как бы вот, она проводник всех этих вот электролитов, как бы там ни было. Вот. А, и плюс вода всегда на Тур-де-Франсе присутствует. Почему? Потому что, ну, хоть полиция есть чем. У нас там статистика есть, что во время Тур-де-Франса, я не знаю, там улетало 10 тысяч бачков у команды, 10 тысяч за одну гонку. И рассчитывалось что-то там, исходя из 10 литров воды на гонщика за этап. Ну, сами понимаете, это не только выпить, но это еще и помыться в гонках, на себя там что-то прокинуть. Ребят, вопросы по спортивной части карьеры, потому что у меня есть еще пару завершающих. Можете пояснить ситуацию в России с циклокроссом или велокроссом? Раньше они популярны были? Еще раз, велокросс, да, я понял. На Западе он вроде популярен, да. А как-то вот не видно, не слышно. Какова ситуация? Я тоже немного вопросы тут продолжу, потому что я собирал вопросы в интернете для встречи, для тех, кто не смог прийти. И вопрос про велокросс как раз один из самых часто задаваемых. Потому что сделать, допустим, велокроссовую трассу легче, чем шоссейную. Можно в любом парке оградить там, да, круг 4-5 километров, и там будет забито. Да. Вот как сейчас? Это уже, так скажем, к вашей деятельности как президента Федерации велосипедного спорта России. Ну, смотрите, кросс как таковой, он несколько потерял популярность свою, общемировую. Почему? Он остался, ну, популярен на сторонах Бенилюкса. Во Франции популярен, в Италии уже менее, в Испании уже менее. Но он потерял популярность в мире. Почему? Потому что из велокросса вышли такие дисциплины, как маунтинбайк и BMX. А это общепризнанные дисциплины. Почему они стали олимпийскими видами программы? Велокросс не олимпийский вид, кстати. Велокросс не олимпийский вид.
И потом вторая дилемма, значит, как, что касается даже трековых гонок. То есть относить ли эти виды, как велокросс и трековые гонки, к зимним видам спорта или все-таки нет? Потому что у зимников явно не хватает видов, то есть они могли разыгрывать больше медалей, но у них не хватает. Они там уже начинают там, придумывать, там натягивают, что называется, за уши там, притягивают, там керлинги там всякие, да, потому что ну, нет у них дисциплины. Кто у нас керлингом занимается? Не во всем же мире. Да. А, допустим, вот велоспорт-трек, он бы с летней программы очень хорошо вписался в зимнюю программу. Они по жизни зимой-то гоняются больше. У них все в январе, феврале, в марте все заканчивается у них. Вот. Но по харте, значит, зимний вид спорта должен сопряжен быть со льдом или снегом. Поэтому нельзя. А что касается велокросса, конечно, безусловно, это направление ожило бы и развивалось бы, если бы вот, сказать, не размыли маунтинбайком и BMX-ом. Поэтому он из олимпийских дисциплин он выпал как вид спорта и остался таким вот традиционным вот в тех странах, где он действительно культивируется, где люди любят. У них вообще в Бельгии, в Голландии велокросс – это ну, сродни каким-то народным фестивалям. Потому что на самом деле вот эти большие классики, они чуть-чуть размазаны. То есть вся страна выходит, да, и Тур Фландрии смотрит. И только последние несколько лет они стали делать вот кольцевые концовочки. А раньше она сквозила, то есть она шла по прямой там, ну, она петляла, соответственно, она шла из пункта А в пункт Б. А сейчас она из пункта А приезжает в пункт Б, и дальше С они накатывают кругами. Почему? Потому что делается как раз для зрителей. То есть создаются специальные випуски и зоны, то есть народ там пьет пиво, оставляет денег кучу. И это все как-то превращается уже в спектакль. А велокросс изначально, он территориально очень замкнутый. То есть там можно подтянуть зрителей, там можно сделать все эти выносные рестораны, пивнушки. То есть потенциал большой с точки зрения зрительского? Он потенциал очень, он огромный. Но он просто не имеет перспективы в плане олимпийского вида программы. Вот и все. А если брать любительскую точку зрения, потому что любительский велоспорт тоже нужно развивать. То есть не только же, получается, олимпийские виды, а если, например, я знаю, что сейчас проводится МТБ, довольно много гонок, и марафоны, да. И гонки, но, может быть, попробовать сделать велокроссовую трассу в Москве. То есть хотя бы была какая-то альтернатива. Вот это как раз, это вот сейчас вот я на эту тему могу бесконечно рассуждать. Кстати, по времени вы ограничены или нет? Нет, да? Ну, мы сейчас перейдем к вашей деятельности как президента федерации. Просто завтра я лечу, улетаю там в команду «Катюша», у меня там своя командировка, поэтому... Вот смотрите, что происходит на самом деле. На самом деле в нашей стране маунтинбайк, BMX, даже тоже отчасти велокросс. Это те виды, которые вообще должны быть признаны такими народными и популярными. Потому что они не требуют там специальных спортивных объектов. BMX везде может случиться. В городе, там, точнее не в городе, а в любой парковой зоне. То же самое с байком, то же самое с велокроссом. Все, что касается трека, все, что касается шоссе, это проблемная дисциплина у нас в стране. Из-за нехватки спортивных объектов. Дорога у нас до сих пор не воспринимается как спортивный объект у целого вида спорта велоспорт-шоссе. Вот такой парадокс и такой вот нюанс. То есть эта повестка дня выносилась уже дважды, насколько я помню, на Госсовет. И каждый раз она доходила, точнее, после первого Госсовета 2012 года она была доведена до стадии, когда вроде бы закон приняли, но оставили опять запятую. То есть опять оставили узкое место, где поставить запятую. То есть там дорога, там я читаю там несколько страниц этого закона, да, по перекрытию дорог. Но там есть такое понятие, значит, дорога может быть перекрыта во время таких-то событий, они конкретно перечислены, или особо иных случаях. И вот эти вот особо иных случаи подразумеваются. Либо какой-то у нас там форс-мажор природный, либо это соревнование не обязательно по велоспорту, легкоатлетический забег. Вот, либо это что-то еще. И вот сейчас каждый регион считает этот абзац по-своему. Одни говорят, ваша гонка это как раз попадает сюда, значит, вот городские службы расписывают повестку дня,
и назначают там меры безопасности, отвечают МЧС там, и так далее по списку. А есть регионы, которые особенно, вот Сочи, например, да, ну уж не знаю, там велосипедная мека была в Советском Союзе, сколько там гонок проводилось. Сочи сейчас застроилась, и они вот эту строку они считают, ваши соревнования попадают под это понятие, особые иные случаи. Если вы хотите провести гонку, давайте проведем. Но вы за все платите. За безопасность, за разработку трасс, за анонсирование этих трасс заранее, за, значит, скорую помощь, за изготовление временных знаков дорожных, за их установку. Нормально, да? Так. И монтаж. Да. Вот Гран-при Сочи провести, у нас там было такое, там, 3 дня, да? У нас смета была такая, на бумаге, это вот это вот... Реально с карандашом, это не то, что там смета с каким-то прицелом на размыв потом, нет. Она была 750 тысяч рублей, чтобы гонки подвести, то есть ее подготовить гонку. Ну, 750 тысяч. Поэтому мы пошли, взяли, арендовали за 250 тысяч эту автотрассу и провели нашу гонку. Вот такое, Формула-1, да. Вот такое у нас отношение, к сожалению. А вот сейчас я еще как раз коснулся там, в общем, по любительскому спорту. То есть, а с другой стороны, у нас огромное развитие получает любительский спорт. Вот вы тут все любите велоспорт, да, у нас очень много массовых заездов, забегов. Я в этом году сам попринимал участие уже и в забеге, и на велосипеде уже погонялся. То есть, на самом деле развивается такой большой-большой тренд, классный тренд. То есть, когда все люди могут соревноваться по разным категориям, там, понятно, разные дистанции, но все имеют возможность соревноваться и как-то так почувствовать, потому что все-таки соревнования в жизни – это основной момент, это основной жизненный стимул во всем, просто во всем, начиная с рождения, заканчивая смертью. Даже на кладбище мы стремимся быть первыми. Ну так, по значимости. Я утрирую, конечно. Вот. И поэтому смотрите, что получается. У нас очень прилично развивается любительский спорт, но у нас не регламентирован никакими правилами. И вот сейчас на этом госсовете как раз рассматривалась повестка дня, как это все регламентировать. Потому что, допустим, у нас в федерации есть понятие развивать любительский спорт. Но у нас не хватает ни ресурсов, ни времени. Поэтому я, когда пришел, возглавил федерацию, у меня была первая идея, это значит вот, подхватить всех ребят, типа Саши Сазонова, собрать какую-то, из них сделать такую ассоциацию, сделать такой единый календарь наших всех гран-фонда там и так далее, и сделать такой как бы кросс-маркетинг, такое понятие есть, да, то есть мы можем поделить наши все эти медиа-площадки, социальные площадки, и все это объединить таким большим-большим понятием велоспорт в России. Это все осуществимо, но сегодня это мы можем сделать за счет того, вот нашего с вами общения интерактивного, там, любого, а завтра это будет регламентировано правилами. Завтра разработают нормативы, что такие соревнования любительские могут быть там проведены только при таких-то условиях и при наличии аккредитации Национальной Федерации того вида спорта, по которому проходят соревнования. То есть нужна система лицензирования велосипедистов, нужна система... Ну, понимаете, это все к этому идет. А это никак не ограничивает какое-то развивающее движение? Оно не, нет, я не знаю, как в других федерациях это будет выглядеть. Ну, допустим, уже есть лицензии, есть календарь стартов. Да, есть. Но опять же, нет руководящего органа, который все это дело, или смотрящего органа, который это дело все должен контролировать. То есть есть юрлица, которые какими-то там, не знаю, способами добиваются определенного доступа в такой-то день, на такой-то трассе, в таком-то городе, да, там. Вот. И потом объявляет регистрацию, начинает раскрутку, там, медийную раскрутку своего мероприятия. Потом люди подписываются, платят деньги, приезжают, катаются, там, бегают, получают удовольствие. Но вообще-то это все должно проходить через единый календарный план, называется, ЕКП, такое понятие. А я объясню, почему, опять же. Потому что у нас сейчас, вот мы недавно проводили 5 колец Москвы. Вообще-то гонка не должна была состояться. Потому что ее невозможно было согласовать ни на одном уровне.
Почему? Потому что по их понятиям было так, вот, ну, по понятиям, скажем так, департамент транспорта Москвы, что ваши там 80 человек и перекрытие улиц в Москве – это недоразумение. Когда им рассказываешь, ребята, вот фотография, где товарищ Будённый награждает велосипедистов напротив Кремля медалями, и это есть в архивах такие фотографии. Первые шоссейные гонки. Конечно. Вы не хотите вот подхватить этот бренд и в наши, так сказать, в наши дни, когда наши международные отношения, скажем так, не в самом лучшем находится положении, да, это дело, то есть использовать это дело как международный форум, как медийное событие, и все это раскрутить. Ну что такое для Москвы-то, ну перекрыть там в наши майские дни, когда уже пол Москвы уже уехали куда-то. Ну, перекрыть там даже Кольцово, перекрыть там, не знаю, Кремль, там вокруг Кремля дать немножко покататься, Воробьи. И все это как бы медийно раскрутить, и все это привлечь сюда публику, и сделать каждый день там заезды Гранд-фонда, и вас всех посадить на велосипеды. И сделать, да, и сделать таких 5 дней праздника, так, на самом деле, да? Понимание отсутствует, просто отсутствует. Будете смеяться, у нас вот вместо Садового нас отбросили в Кленово. Классная трасса, все, никому там не мешаем. Велопарад они перекрыли, да, по 40 тысяч? Перекрыли так, что там ужас, там вообще... Я говорю, на велопарад-то они перекрывают. А это другое событие. Это другое событие. Я понимаю. Это событие, которое проходит... Да, это событие, которое проходит по другим грифам. Не бесплатное называется. Потому что это Деп Трасса организовывается. А можно вам вопрос? Да. Вячеслав Владимирович, несколько вопросов, если позвольте, мне Михаил зовут. Да. По поводу популяризации велоспорта в России, вот еще Тиньков говорил, то, что покажите по общедоступным каналам Tour de France, там, по Матч ТВ, и значит, у нас, соответственно, появится культ велоспорта. Вот думали вы пойти по такому пути? Второй вопрос, когда у нас, ну, такой на будущее, совсем на будущее, когда появится у нас международная гонка, ну, как вы планируете, уровня UCI. И третий вопрос по поводу вот календаря. Календарь, я знаю, есть на сайте. И я год назад заходил, сайт еще был предыдущий, поискал информацию по стартам, была устаревшая немножко информация. В этом году сайт обновился, он очень стал удобный, комфортный. Но там информация опять по прошлому году, по 2016, по 2017, по любительским именно. Информации нет, если есть возможность, на Ее нет, почему? Потому что ее пока не может быть. Почему? Потому что вот я объяснил почему. Вот мы здесь в этой комнате должны собраться все юрлица, которые делают. Вот Саша, там вот человек сзади, который сказал, поможет, да? Да, Эдик. Эдик. Я помню Эдика. Вы сейчас имеете в виду организаторов стартов? Я потому что не организатор. Не, да, организаторы стартов. То есть это должен быть какой-то форум, да, где мы скажем, да, ребят, давайте сделаем наш национальный календарь. То есть пойдем, как сказать, с опережением времени. Завтра это будет все регламентировано, сегодня это можем сделать вот через нашу федерацию общаться. Но опять же, у нас вот соревнования в Курске, я там был, да, недавно, в Омске был, где мы вообще губернатора посадили на велосипед. У него были другие планы. У него были выборы, еще что-то. Мы приехали в город, с ним поговорили, он сел на велосипед, причем одел желтую майку с Тур де Франс. Я даже удивился, говорю, откуда у вас такая майка? Откуда у него такая майка? Вот. Ну вот. И вот смотрите, сейчас я еще хотел сказать. И, да, вот как раз вопрос-то про гонку UCI. Матч ТВ, да, вот такой важный момент, важный очень момент. Значит, вот 5 колец Москвы, они были освещены, ну скажем так, освещены Матч ТВ. Почему? Потому что они каждый день вставляли там 3-минутные блоки, потом они сделали фильм там 10-минутный, наверное, видели его, да? Ну, он был, или там в рамках, где-то в архиве сейчас можно Матч ТВ найти, этот фильм посмотреть. Ну, в принципе, неплохо. Так, как событие, оно, конечно, больше освещается не как какая-то гонка, а больше как вот, ну, вот ребята ее. То есть там еще даже на Матч ТВ не хватает профессиональных, скажем, комментаторов велосипедных соревнований. То есть они пришли, они должны еще понять, какие вопросы им надо задавать, чтобы получить на них правильные ответы. Вот, но не суть. Но смотрите, значит, на самом деле, как я попал на этот Матч ТВ, был интересный разговор с руководителями «Газпрома». Это те люди, которые учредили команду «Газпром Русвела».
Вот. И через них мы вот так вот вышли, то есть они акционеры у Матч ТВ, и вот через них мы вышли на освещение гонки «Пять колес Москвы». Вообще у нас договоренность была провести, осветить 5 мероприятий в России, но пока что там у них финансовые планы, так сказать, не идут в ногу с теми же пожеланиями или с теми договоренностями, которые у нас были, к сожалению. Поэтому, безусловно, конечно, Матч ТВ, если посмотреть, что они там гоняют ежедневно. Ну так вот, я один раз сел и стал за сеткой наблюдать. Ну, ужас. Там же... А? Ну, футбол, да, ладно, простительно. Но там уже какие-то фильмы такие околоспортивные. Ну, какие-то фильмы, вот они просто тупые фильмы гоняют, где можно посмотреть на домашнем. Или же заезженные уже какие-то там ролики, которые где-то там подешевле приобрели. Ну, тоже неправильно. Понимаете, если мы говорим о национальном спортивном телевидении, там должен быть только спорт. И спорт должен быть расписан таким образом, что не только футбол, там, гандбол. Или там спорт людей, которые вхожи там за стенку. Но спорт, который действительно любят люди. Вот сколько бы у вас сидело и смотрело бы Матч ТВ, да, в прямом эфире, когда это действительно была красивая трансляция и так далее. Вот. Что касается международных событий, соревнований в России, я уже поставил перед собой задачу, что на следующий год «Пять колец Москвы» должны, во-первых, быть соревнования немножко другого уровня, ранга. То есть это как минимум даже гонка первой категории. А вообще сейчас вот я ищу варианты, как это все так срастить, чтобы сюда приехало несколько волтуровских команд. Да вы сидите, чего вы стоите? Мы же не в школе. Вы только что затронули вопрос истории, сохранение традиции. Более случай судьи для него становится человеком, который энтузиаст своего дела. Он ветеран велосипедного спорта и своими силами собирает музей. Да. Он в гараже оборудует этот музей и очень просит информационной поддержки вас, как президента федерации. Потому что без вашего участия, без вашей какой-то, не знаю, вот, вещи, эта коллекция была бы неполной. Он никакой материальной помощи не просит, он просит только посильную, какую-то вот, такое вот, в принципе, участие. Также создана группа в Фейсбуке. Называется «Мастерская Эдуарда», поэтому было бы замечательно, если бы вы смогли. Я уже, кстати, оставил там свой этот. Да. Да. И поэтому ваша информация, видение, вот музей почти готов, то есть там уже все оборудовано. Ну, Эдуард, давайте. Без вашей машины, майки или чего-то, это будет точно. Да, я понял. Мы прийти в гараж. Да. Вообще в Москве. Да. Эдуард, вот смотрите. Да, вот смотрите. Вот сейчас как бы июнь у меня расписан, в июле я сюда приеду. Ну, побольше буду в Москве находиться, в июле. Вот я обязательно к вам в гараж зайду, сфотографируемся и... Кириченко сказал, я жду, а я и раскрутим это дело все. А вообще идея такая, вот, ребят, мы тут как бы, ну, немножко опять переопаздываем, да, там вот... Такую свою идею расскажу. Вот, тут Вероника у нас Гибадева сидит из РИА Новостей. Вот, пожалуйста. Да, ее здесь нет, но она есть. Вот, это на всякий случай, это вот человек, вот все, что там РИА Новости, там Р-спорт, там велоспорта касается, это все она делает, заметочки. Значит, смотрите, у нас возникло общее такое дело сделать такой, ну, скажем так, национальный такой хэштег, да, велоспорта, связанный в России. Куда бы люди там делали, там, ссылали там свои фотографии, какие-то посты, там, комменты бросали бы. И такой вот объединяющий, потому что Facebook это одно. Там, другие ВКонтакте там... Тоже есть. Да, ВКонтакте это тоже другое. Это все должно поддерживаться, крутиться. Но когда, откуда бы ты ни выступал, и как любитель спорта ты поставил один хэштег, тебя всегда занесет в эту сторону, где вот все пасутся, где все оставляют комменты. И мы даже пытались что-то понять, какое нам имя такое сделать, как это все раскрутить, чтобы народ туда... А оказывается, уже все есть. Уже есть определенный хэштег, который мы обязательно осветим через нашу федерацию, но там на всякий случай там порядка уже 30 тысяч всяких разных постов. Вероник, мы можем озвучить? Это же не секрет. Я думаю, что лучше потом. Ну, если 30 тысяч уже есть. Надо все привести в порядок. В общем, давайте так, пока, ладно, давайте мы это событие немножко оставим, я просто вам рассказал принцип. Вот вы там, что там вот в Инстаграме, я там еще, просто сделайте хэштег и все, и это сразу автоматически пойдет и туда, и там вы найдете все, что вам надо. Понимаете? То есть,
Это такой объединяющий такой тул у нас. Еще вопрос короткий по командам. Во-первых, любительские. У меня несколько вопросов. Первый касается профессиональных команд. Сейчас у нас Олег Тиньков закрыл команду. Катюша привлекла дополнительных спонсоров и сейчас выступает под другой лицензией, не под российской лицензией. У нас есть сейчас «Газпром Росвело» проконтинентальная команда. И, насколько я знаю, что председатель попечительского совета Федерации недавно объявил о том, что начал спонсировать новую континентальную команду «Марафон из Тулы», ребята. «Марафон Тула». Да, «Марафон Тула». Да. Какая работа проводится? Вообще, есть ли желание увеличить количество команд и их статус? И очевидно же, что команда на ровном месте не может родиться. То есть, допустим, на базе Кузнецова это может быть что-то. Вот сейчас Лока, как сейчас там. Может быть, их увеличить? Я понял. Увеличить Я понял вопрос. Или еще там количество школ увеличить? Какая вообще работа ведется в этом направлении? Значит, здесь мы говорим, в первую очередь, мы должны говорить о подготовке нашего резерва. Вот. Но с подготовкой нашего резерва в России у нас, по-видимому, как и везде, есть проблемы определенные. Я вот одну из них уже озвучил. Это наше непризнание возраста 13-14 лет как какая-то категория гонщиков. С одной стороны, мы сейчас инициируем вопрос о разработки стандарта, и там есть такое понятие «вписаться в модуль» дошкольного образования, это включить программу беговелов для детишек. Потому что зачастую у нас что получается? Зачастую у нас приходят из других видов спорта, да, и перекупают детишек там, на возрасте 7-8 лет, и увлекают их там хоккеем, футболом, там куда-то уводят в другую сторону. А в школьном возрасте, это дошкольном, в детском саду, это очень тяжело сделать. Потому что люди еще не понимают, что такое футбол, там, да, что такое хоккей. Но они очень хорошо понимают, что такое беговел. Когда они садятся, начинают активно педалировать. И вот отсюда первая любовь к велоспорту может возникнуть у детей. Прямо вот с дошкольной скамьи. А дальше у нас должна быть выстроена вся линейка. То есть это беговел, он заканчивается в 6 лет. В 6 лет на беговел это уже такой, ты как бы перезрел даже, получается. Они там все там, вот, 4, там, 3, 4, 5 лет. С одной стороны, это правильно ловить координацию уже езды на велосипеде, потому что велосипед все равно по-любому. Каждый, я считаю, что должен уметь делать две вещи. Это ездить на велосипеде и плавать. Плавать, чтобы не утонуть тогда, где ты вдруг в воду попал. Вот. И на велосипеде ездить, если у тебя... Да, если у тебя в жизни получилось так, что ты на машину не заработал, на мотоцикл, то хоть на велосипеде будешь ездить. Да. То есть вот две вещи надо обязательно в этой жизни уметь делать. И здесь, получается, мы сейчас детишек привьем им любовь, да, к велоспорту, а дальше у нас ничего нету. В 6 лет, в 7 лет мы ничего не можем приложить, там, в 9 лет мы тоже ничего не можем поддержать никак. 13-14, когда они уже ходят, готовы там выступать и там что-то где-то гоняться, у нас категорий таких нет, соревнований таких нет. Ну, в общем, бред полный. Поэтому сейчас мы беремся за выстраивание. То есть начнем с беговелов, потом BMX, потом чуть попозже байк, потом байк, BMX там вместе, потом где-то уже в каком-то месте трек. К треку уже СС будем прикручивать. Ну и, естественно, легализуем наш возраст 13-14 лет. С другой стороны, нам Министерство спорта говорит: ребята, у вас три категории возрастных, вот три категории, пожалуйста, культивируйте. Мы не даем вам четыре, потому что за каждую категорию надо деньги там выделять, субсидии. Поэтому у нас будут юноши, юниоры и, как принято, там, элита, или мужики, или женщины. А на самом деле в УЦИ у них есть категория андеры, которая у нас вообще не считается никак абсолютно. Поэтому нам придется, так сказать, эти группы сделать таким широким диапазоном, ну, чтобы 13-14 мы обязательно зацепили. Да, Эдуард. Вот там, вот мы, смотрите, мы неправильно, потому что да, не дали человеку, не дали вопрос задать. И вот эти велодорожки вот для людей, для простых. Давайте вот я на это все-таки отвечу. Сейчас я тоже такой момент добавлю про дорожку. Да. Где велоспорт, а где дорожки? То есть... Планируется ли организация каких-то мест для тренировок на шоссейном велосипеде? Вот. Олимпийка, вот видите, это все, так сказать, вопросы одного поля, да, или одного, так сказать, да, одного источника. То есть, где мы можем с вами на велосипедах кататься? Или где мы сможем на велосипедах гоняться? Значит, смотрите, что происходит. Вот мы просто берем мегаполис Москва. Мы даже не лезем в Питер.
Вот даже... 40 тормозится перед поворачивающей. Да, даже в Питере не полез. Вот я сейчас был в Питере на велосипеде, я катался. Ну, я просто еду по улице, я знаю там, как машина может приблизиться, я знаю, куда я могу прыгнуть, в крайнем случае, да, ну, если уж там вообще какой-то маньяк летит, который меня просто хочет сбить, конечно, тяжело от него отвернуться будет, вот, но я шнурю, потому что я принципиально, вот сейчас был неделю в Питере, я принципиально не садился на машину, просто на велосипеде, потому что это удобно, это быстро, вот, ну, погода, конечно, там была не очень хорошая, но ничего. Стиральная машинка есть, компрессор тоже этот, карчер тоже есть помыться. Значит, смотрите, что происходит. Вот мы берем Москву. С одной стороны декларируют, да, вот там уже, по-моему, настроили что-то 30 км дорожек, велодорожек. Я проезжал, не было этого. Но не суть. Есть, но 13, невозможно. Да, но не суть. Они же для... А с другой стороны, да, с другой стороны, когда я пытаюсь объяснить, ребята, у вас в Москве есть уникальное вообще место, называется Крылатское. Вы этого не видите или не хотите видеть. А что происходит с Крылатским? Крылатский – это больше для пинг-понга. Это как трасса, это как стол для пинг-понга. А где для большого тенниса, простите? Почему? Крылатская для пинг-понга? Это очень маленькая, короткая. Это как ПАМ в НТБ. Это речь, наверное, идет о этом маленьком, малом кольце. Ну, ребят, я веду речь о 14 километрах трассе. Понимаете? Большое, оно... Там что про? Там нет, на самом деле. Там на самом деле. Там на самом деле, да, вот смотрите, давайте рассмотрим вопрос Крылатского, потому что это очень актуально. Я уже сейчас собрал мнение всех авторитетных товарищей. Вот сейчас мы уже организовываем группу, идем к Собянину, потому что, ну, скорее всего, даже Сергей Семенович не понимает, что у него есть в Москве. Значит, в Крылатском там что происходит? Там вот это есть массив Крылатское, и люди сделали Крылатское как такой парк, зона отдыха, прогулок и так далее, и так далее, и так далее. Велосипедистам мешают. Да, там всем мешают, велосипедисты там. Вот, с другой стороны, это заповедник. Там можешь кататься на велосипеде, но ты не можешь там кататься ни на машине, ни на мотоцикле. По, так сказать, по регламенту. С другой стороны, мы видим, там ралли недавно прошли, да? Мы не можем запустить технические поддержки в гонку, мы не можем запустить. А ралли там проводят нормально, ну ура. Там скоро на мотоциклах будут летать. А почему это происходит? Потому что это все отдано в аренду, да, юрлицу. А юрлицо не в состоянии обеспечить ни безопасность на этой трассе, ни правильность эксплуатации этой трассы. Понятно, у них денег нет. Там, чтобы трассу держать, это огромные деньги нужны. Поэтому трасса должна принадлежать балансу города Москвы, парковому хозяйству города Москвы. На самом деле там можно учесть все интересы. Ширина трассы 9 метров. Она не нужна велосипедистам 9-метровая. 6 метров хватит. Даже 7 метров. Ну, 7 метров хватит. 2 метра вы возьмите, выстегните с этой трассы и сделайте забор с двух сторон. Чтобы люди ходили, то есть как вот они бегали, там, гуляли с колясками, с собачками по этой трассе. Плюс переходы. Да, плюс переходы с тропинку на тропинку. И никакого внешнего забора, никакого внешнего радиуса. Но это должен быть уже, так сказать, уважение к трассе, к тому забору, который построен, при этом оставлено место для прогулок и так далее, и так далее. И это будет все работать. Понимаете? Но это надо сделать хороший проект, сделать эту трассу освещенную, потому что у нас люди и ночью будут там тренироваться. И самое главное, вот эта трасса, она будет эксплуатироваться практически круглый год. Зимой там на лыжах будут гоняться, летом на велосипедах и лыжероликах. И понимаете, и все. И самое главное, ни одна столица мира не сможет сказать, что у нас есть своя велотрасса или там беговая трасса в центре города. Никто не может сказать этого. И второй объект в Москве, это конечно, Кленово. Там тоже такой объект, который надо рассматривать вот именно в плане эксплуатации как спортивного объекта. Кленово, деревня Кленово. Лосиный остров. Лосиный остров – это МТБ. Там нет, почему? Там есть шоссейная. Шоссейная трасса. Вот, которая перпендикулярно пересекается. Это по Варшавке выезд. Все проходят, сейчас разогнался уже. У тебя ребенок перебегает. Здравствуйте. Да, Кленово на самом деле пробейте, там 22 километра, равнинка. В будни там вообще ни одной машины нету, там катаешься. Нет, вообще, вопрос Камчатки.
А там триатлонисты ее облюбовали. Да, там есть какой-то, какие-то водоемы, где они плавают. И плюс... Она совсем недавно такой вирус, а пару лет назад. Да. Да нет, там давно... И вы смотрите. И опять же, я не хочу об этом клёну много говорить, но получается, мы сделали там... То есть нас с пяти колец Москвы туда оттеснили, в ту зону. Мы приехали, и мы стали толкаться с местными, вот с местными властями. Когда они начали там заряжать, там у нас вот будет от 500 этих самых МЧСников обеспечивать безопасность. Подгоните им ланч-пакеты. Я такой, не понял. Я говорю, ребята, вы не понимаете, что вы обладаете местом, где у вас вся Москва может тренироваться. И вот вы вообще бизнес можете построить. Тут кафе, там сервис велосипедный и так далее. А у нас вот матч-ТВ присутствует. Вообще-то мы должны с вас денежек сразу спросить, что мы ваше кленово будем подсвечивать на матч-ТВ. А там понимание такое, а вы к нам приехали, у нас вот 500 замечательников, ланч-пакеты подтяните им. Но в конце концов мы договорились. Объяснили, что это не триатлон, это там не 1000 участников, где они замыкаются на 20 километрах. Это велосипедная гонка, то есть это какая-то временная капсула. Перекройте здесь, гонка проехала, откройте трассу. Ну пускай просто там кольцо 22 километра, то есть ты из любой точки попадаешь в эту же точку. Ну пускайте машины по ходу гонки, то есть они гонку не объедут, но они не будут стоять и не ждать там выезда своего. И никогда гонка не пересечется ни с одной машиной. Да, у меня вопрос. По поводу детского спорта, я просто сейчас столкнулся с такой ситуацией, что, ну вот вы говорите по поводу детей, они будут кататься, но, соответственно, их должны тренировать, Обновляется ли сейчас тренерский состав, ну, детско-юношеских школ, да? То есть, и вот сейчас я сходил, рядом со мной у меня есть детско-юношеская спортивная школа, Олимпийского резерва. Я пришел туда и говорю, хочу работать тренером. Образование, то есть у меня есть. Uh-huh. И мне тренер говорит, у нас все вызвали, денег нету, ну, соответственно, то есть мы тебе ничем помочь не можем, ну, ты лучше иди, там, не знаю, там, зарабатывай денег в бизнес, да. Потом я начал штудировать, но там информация по сайтам, есть детская школа Олимпийского резерва. В Тверской области там зарплата тренера 7 тысяч на полную ставку. То есть это реально как бы такая зарплата тренера или что-то там устраивает? Знаете, вот у меня, я так грубо говоря, с января начал отжиматься на этой площадке, да, федерации. Я вам скажу так, что я познакомился с такими удивительными вещами, вот как бюджет. Бюджет Министерства спорта. То есть, понимаете, у нас система организации спорта, она, вот я считаю, она неправильно выстроена. У нас в Советском Союзе было все очень просто. Был госзаказ, был спорткомитет, и все федерации входили в состав спорткомитета, и все работали на обеспечение госзаказа. Госзаказ, вот у нас был золотые олимпийские медали. Куда бы какой спорт ни приезжал, в какую республику, как правило, вторые секретари обкомов работали именно для проведения соревнований, для обеспечения вот этого госзаказа. Сейчас у нас получается так, у нас госзаказа нет как такового. То есть есть индустрия спорта, это целое министерство, то есть это, ну, это индустрийное направление. Это как вот тяжелая, легкая промышленность, то есть Министерство спорта. Ресурс колоссальный, денег много. Но дальше что получается? Дальше у нас получается Министерство спорта, которое как бы стоит над всеми, отвечает в основном за строительство инфраструктуры. Так? А под ними есть Центр спортивной подготовки, ЦСП, который отвечает именно за подготовку. У них свой бюджет. При этом у нас есть учреждение, которое отвечает только за медицину. Опять же, у них свой бюджет, свои штаты. То есть, понимаете, у них там, чтобы руководить спортом, да, у них там несколько создано подразделений или там контор, у которых там свои штатные сотрудники, которых всех надо обеспечить зарплатами. А дальше пошло, на сборную выделяется столько-то, а на резерв должны выделять столько-то, да, но выделяется все через регионы. Не через федерацию, а через регионы. А дальше деньги попадают в регионы, да, и у нас смотрят, где ваш велоспорт, на каком месте там. У нас футбол, у нас хоккей тут, у нас президентские виды спорта. До велоспорта деньги просто не доходят.
И вот над чем я сейчас работаю, я пытаюсь доказать необходимость, по крайней мере, для хотя бы 10 объектов, субъектов федерации, где действительно велоспорт – базовый вид спорта, отслеживать выход денег из министерства до региональных бюджетов. И дальше уже отслеживать, как эти деньги попадают в федерации велоспорта на местах. Для чего? Для того, чтобы, когда мы пишем приглашение на гонку, чтобы не слышали жалоб, у нас билеты купить не на что, нам разместиться не на что, там, сделать питание гонщикам, что денег нету. А когда мы будем четко знать, что, ребят, алло, вы получили там своих там, пару миллионов, будьте любезны, обеспечьте команду на этих соревнованиях. Понимаете, да? То есть прозрачность должна быть определенная. Нет, просто ситуация, где-то лет 6 назад я разговаривал, по-моему, с Самохваловой, она была директором школы. Я Свету знаю хорошо, да. Да, и она говорит, семья есть, я говорю, ну да, там, жена, ребенок. Да. Говорит, ну мой тебе совет, вот не суйся сюда. Я говорю, почему? Он говорит, ну вот у нас на треке сейчас зарплата 15 тысяч. Если раньше тренер, то есть когда я занимался Крыласком, да, у нас там тренер приходил, к нашему времени тренировки выходил, то есть сейчас, говорит, ну, сейчас же опять, сейчас спорт, насколько вы знаете, может быть, или не знаете, спорт забирает из системы образования все-таки в эту спортивную отрасль, да, и как бы сейчас разрабатываются федеральные стандарты подготовки. И вот там как раз, если это все выйдет, так сказать, из этой стези, придет сюда, должны быть определенные, то есть должны соблюдаться определенные стандарты. Вот что, на каком этапе, чем должен быть этот процесс, чем должен быть обеспечен, включая уже зарплаты тренеров. Может быть, тогда ситуация поменяется. А сейчас, я так говорю, это все, особенно в велоспорте, это просто вот остаточный принцип. На отвали называется. К сожалению. Давайте, наверное, закругляться. У меня еще тоже будет вопрос один, еще один вопрос. Это тоже вопрос, Вячеслав Владимирович, прописывающий, наверное, все темы, которые сегодня обсуждали. Какая вообще вот ситуация с объектами велоспорта в стране? Вообще, как бы есть, вы понимаете, сколько и что с ними, да? Более конкретно, в частности, давеча проезжает мимо легендарного велотрека в Симферополе. Есть такой велотрек, который 1894 года построен. Уникальный, в принципе, спортивный объект, который может там служить центром притяжения вообще всего велоспорта, являться базой там, круглогодичной подготовки, да? И быть магнитом там для любительского спорта. Вот что с этими объектами, вообще что-то планируется делать, они как-то на учете, либо они отданы местным властям, потому что я копнул там по Симферополю, да, там очередной спа, бассейн, развлекательный центр, построить. Ну да, то, что мы, да, я эту историю очень хорошо знаю. Вот недавно мы были на форуме, международном ялтинском форуме, где велоспорту дали немножко выступить. Вот у нас вообще концепция наша такая, что Крым для нас идеальное место для развития велоспорта. И так, на всякий случай вам скажу, на сегодняшний день велоспорт – это единственный вид спорта, у которого нет ни одного федерального центра подготовки. Грубо говоря, 22 золотых медали или комплекты медалей будут разыгрываться в Токио, и нет ни одного федерального центра. Когда я слышу, там хоккей плачется, что у них 500 коробок недостаточно для страны, у нас всего два трека. Ну так, боеспособных, это Омск и Петербург. Трек в Крылатском хороший, но он устарел. 333 метра, это уже все, это уже... Вот. Тула тоже 333 метра без крыши. Симферополь, 1800 какого-то года, там уже надо ездить на велосипедах под Пари-Рубе, чтобы не проколоться. Понимаете, да? Вот наше, это вот наше состояние, инфраструктура велосипедного спорта. И плюс, я, как я уже ранее говорил, что у нас дорога не рассматривается как объект спорта. Я недавно был в Омске, там, допустим, у нас единственная трасса BMX, где, кстати, у нас очень хорошо получается в Омске. Олимпийская трасса, там с разгоном 8 метров, это единственная у нас в стране. Ну, там ребята сами, как вот мы в школе Кузнецова, так там вот участники вот этой местной школы, они сидят и эту трассу латают. Она просто сделана на коленях там. Ну, там я даже в Инстаграм там выкладывал фотографии, там, посмотрите. Вот такое отношение. Поэтому, безусловно, это мы заявили, что Крым для нас это, ну, как бы такая мечта, то есть такая, скажем, велосипедная Швейцария. Почему? Там можно гоняться везде и всюду 365 дней в году. Это с одной стороны. С другой стороны, там нет еще тех, скажем,
таких локальных царьков, которые у нас контролируют там велосипедно-спортивные зоны, там, типа в Краснодаре, там это, где они устраивают свои правила. Вот сегодня пройдем так, а завтра пойдем по-другому. А вы не хотите так, тогда здесь не будет вообще соревнований. Поэтому Крым, он, и в Крыму самое главное, в Крыму все-таки такое, я считаю, ну, определенное замкнутое пространство, где мы можем накатать, скажем, несколько трасс, и эти трассы, они будут вот просто общеизвестны. И к этим трассам мы можем обучить ГИБДД, как их перекрывать, в каком месте перекрывать и так далее. И, то есть мы будем приезжать, у нас уже готова бригада ГИБДД, и мы поехали. Но что для этого надо? Для этого надо, конечно, централизовать весь наш календарь национальный. Я не про любительский спорт говорю, я говорю про тот спорт резервы, который мы пытаемся развить. Иначе у нас, получается, команда «Газпром» уехала, на Луну улетела, забыла прихватить резерв с собой. И сейчас там 22 человека, они незаменимы, потому что заменить их просто не на кого. Ближайший резерв – это у нас там «Андер» из Уфы, там 22 года. Но опять же, они попадут в команду «Газпром», у которой контракт на 4 года, и которые должны еще 4 года закрываться. А резерва нет, по сути. То есть он попал 22 года в команду, ему надо еще год-два хотя бы, чтобы он немножко адаптировался профессиональным стартом. И поэтому вот это несоответствие, когда я разговариваю с учредителем команды «Газпром», я говорю, ребят, давайте над резервом готовить, думать. Что ваша история может быть связана с командой «Газпром», как медиа-выхлоп, но вся история связана с развитием резерва в России. Для вас это копейки, даже не копейки, а еще меньше будут по деньгам стоить. Но эта история может быть очень красивая, в том числе и медийная. Ну вот, нет, понимание есть. Люди понимают, люди, как бы, по крайней мере, стали слышать меня. Но опять же, надо время, надо, опять же, энергия, энтузиазм, чтобы это все, так сказать, убеждать людей. Наверное, заключительный вопрос. Буквально несколько месяцев назад, до старта велогонки «5 колец Москвы», я побывал на пресс-конференции, где выступали вы и наш зритель сегодняшний. Вы, кстати, оба чемпиона мира, два чемпиона мира у нас по велоспорту. Да. Ваня Ковалев, москвич. Иван Ковалев, да. Пожалуйста. Скромно сидит. Он даже в Comedy Club, в клубе выступил. Какой момент хотел уточнить. В следующем году, возможно, 5 колец Москвы переместят на август. Вот на пресс-конференции была такая информация. Значит, или смотрите, это пока только планы? Нет, смотрите, потому значит... Меня интересует любительский заезд в рамках 5 колец Москвы. Значит, всем смотрите, на самом деле мы заявку в УЦИ подали. То есть мы подали, что мы будем. Они рассматривают календарь. То есть, конечно, они стараются не двигать гонки там с места на место. Почему? Потому что у них календарь очень плотный. У них там, не знаю, сколько там дней в году с этих соревнований учтенных. И предположить, что они с мая эту гонку двинут куда-то, ну, тяжело. Но, с другой стороны, чтобы эта гонка была, скажем так, более привлекательная в связи с тем, что участники могут быть другие, она, конечно, в мае она не очень хорошо расположена. То есть в мае проходит Джиро, в мае проходит Калифорния, в мае у нас проходит Азербайджан, который уже раскручен до первой категории, до высшей категории сейчас будет, да? То есть у нас три события проходят, на четвертый, как правило, никаких команд составов нет. Так, чтобы говорить о командах. Поэтому эта гонка, она может быть... И, конечно, соответственно, в мае тут и погода, не погода, и праздники, не праздники. То есть сложно все с организацией. В августе, конечно, было бы проще. В августе Москва разгрузилась, и как-то это все... Но, с другой стороны, и гонку не так легко передвинуть по линии УЦИ. Поэтому есть еще одна задумка, я не хочу о ней пока громко говорить, но есть такая возможность, что даже сюда могут приехать волтуровские команды в тот период, который, в общем-то, удобен будет для всех, для команд, для Москвы. Поэтому сейчас мы заявку подали, что мы хотим эту гонку проводить, а дальше посмотрим ближайшие переговоры, а они покажут, куда мы будем двигаться в этом направлении. Спасибо большое за встречу. Спасибо всем зрителям. Пожалуйста.